Наша цель Левобережного района. Дом, чтобы обновить информацию о проверке счетчиков. Добрый день. А информацию о проверке счетчиков куда можно? Вы еще были, сейчас ставили да, на да. паспорт собой, да? Да. Собственник прописан в квартире. А собственник? Второй этаж и направо. Какой этаж? Второй этаж. Направо. Угу. А поверки счетчиков? Управляющей компании были? Да. Да, вам раньше вызвали сюда. Ага. А на 30, да. Паспорт ваш. Это когда она сказала? Я когда-то хотела вот. Они у меня за 16 год, нет, до 3 февраля. Ну, нет, ты не пойдешь. Угу. Ну, если можно будет пойти, нельзя, не пойду. Ну, адрес там другой. Какой? Вот, пожалуйста, пожалуйста. Дыбенко, 14. Вы там собственник? Да, собственник. А что это они вдруг решили это все отменить? А я как узнаю? Сейчас какие у вас показания по горячей воде? Как по акту, да? Да, как по акту. Ну, там неделю назад, по-моему. Так, это вот по этой квартире, еще по другой, там был открепленный счетчик, то есть он сейчас прикрепится, да? Да? Угу. Вот, а по-другому уже поверка внесена, но написано, что 3 месяца не передавали, и поэтому нужно обратиться в МФЦ. Вот показания, вот номер счетчика. Вот. По прописке. По прописке, да. Все. То есть там все будет внесено, да? А на этом портале когда информация обновится? Сейчас прямо или она чуть позже там обновляется? То есть я могу прийти посмотреть? Все, спасибо большое. До свидания. Достаточно быстро и без очередей. Очень удобно, что работает в воскресенье.